1 сентября 1919 года в Москве была открыта первая в мире киношкола «ВГИК». Его вклад в развитие экранного искусства трудно переоценить. История российской киношколы – это история отечественного кино. Здесь впервые в мире сформирована система профессионального образования, которая и сегодня служит методической базой не только для российских вузов, но и школ кино и телевидения многих зарубежных стран. Первая выпускница, которая выйдет на эту сцену, окончила ВГИК в 55-м году. То есть в следующем году уже 60 лет, как она эти стены покинула. Понимаете, да, это отдельно. Выдающийся выпуск, потому что там учились и Нонна Мордюкова, и сама артистка, и все остальные очень известные люди, она сама про это расскажет. Я вас люблю, хоть и бешусь, хоть это трудно стыть напрасно, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Мне не к лицу и не по летам, пора мне быть умнее, но узнаю по всем предметам, болезнь любви в душе моей. Без вас мне грустно, я тоскую, без вас мне скучно, я терплю. И мочи нет, сказать желаю. Мой зритель, как я вас люблю.